учениках, не в учителях. Проблема в системе, в больной, сгнившей системе. А виноватыми сделали учеников, выбросив их на улицу, лишив их шанса получить высшее образование. Мы требуем адекватного пересмотра результатов экзаменов, а также отставки министра просвещения Майи Санду, которая не является специалистом, которая является экономистом Международного валютного фонда. Вот пусть она в этот Международный валютный фонд и уходит обратно. Майя Санду, демиссия! Демиссия! Заниматься своим делом. Что будет, если строитель будет лечить, а доктор строить? Правильно, мы получим целый букет неотвратимых последствий. Что, в принципе, сейчас и произошло. Мы все обижаемся, когда иностранцы весьма нелестно называются о молдавском народе. Но глядя на такие данные, что о нас должно думать мировое сообщество? Товарищи, из нас пытаются вырастить толпу. Ведь толпой управлять легче. Но мы не хотим быть толпой. Мы не толпа. Майя Санду, демиссия! 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 У нас 4 года идет реформа образования. Что мы видим? Мы видим сотни закрытых школ. Сотни школьников, которые не имеют права на образование. И сегодня те 42% школьников, которые провалили БАК, это еще раз подтверждает, что реформа образования полностью провалена. И мы сегодня пришли всего лишь с одним требованием. Требованием отставки госпожи Майи Санду. Демиссия! Демиссия!